ручки. Смотрите, какой кайф. Не получилось все снимать, потому что все бегом-бегом. Так, есть вот такие. Симпатичные, кстати, но, наверное, нет. Так, первым делом в H&M. Рыбки внизу, смотрите, аквариум такой большой. Друзья, всем привет! Приехали в магазин купить кое-что для школы. Первое место, куда мы приехали, это Спицы. Ой, какая красивая клумба. Посмотрите, что здесь делается. Какая красота прямо напротив входа. Шикарно. Тут можно, смотрите, посидеть, отдохнуть. Красиво. Так, первым делом в H&M. Женский отдел прохожу мимо, так как сегодня мальчишкам кое-что нужно. Хотя здесь, видите, скидки такие хорошие на очки, на все дела. Вот, например, 4 евро очки. Класс. Обувь тоже, видите, все. Но все, я закрываю глаза, мне нужен сегодня мужской отдел. Вот, смотрите, мужская такая кофточка на манекене. Штанишки, кепочки, курточки. Вот уже сейчас, видите, 34,99. Сейчас уже такая вот защита от ветра и так далее, и от дождя. Но не теплая, вот такая еще пока что. Осенняя. Есть вот такие, видите, последняя возможность написана. Здесь вот, например, поло 10,99, а стоили 19,99. Рубашечки, маечки, в общем, все, что последняя возможность купить. 13,99, такая рубашка. Вот. Смотрите, можно купить сразу на все пальцы. Опа, за 3 евро. Хлобысь, перстни такие. Здесь разные абсолютно. И очки тоже. Эти очки, да, тоже, видите, на распродаже. Вот так вот хлобысь и сразу на все пальцы. Обалдеть. Крутизна. Так, младшему сыну зашла посмотреть что-то интересное. Но пока что, смотрю, скидочек нету, не очень интересно. Хочется все-таки со скидками посмотреть. Вот, пожалуйста. Я уже ищу ему маечки с длинными рукавами, вот такие, для школы. 10 евро такая стоит. Но это маленькая. Обувь тоже, смотрите, с супергероями. Вот 20 евро, например. Курточки. И смотрите, Соник. Соник куртка, кепка. И рюкзак. Можно сразу комплект набрать. Смотрите, такой рюкзак и такой. Но рюкзак мы уже купили для школы. Это так. Классно, конечно. Курточка стоит 24,99. Кепочка стоит у нас 9,99. Это у нас стоит курточка 34,99. Рюкзачок. Вот такая есть, смотрите, за 4,99 с длинными рукавами. Обычная маечка. У меня только сейчас дошло, что мне нужно младшему сыну 3 пары обуви. Сандали для сменки, спортивные кроссовки и кроссовки, в которых дойти до школы. Все нужно новое. Еще хочу добавить то, что у нас в Юрмале, не знаю, как в Риге и в других городах, но у нас в Юрмале детям выдается по 100 евро всем дошкольникам и школьникам. Вот, так что по 100 евро выдают родителям на то, чтобы приобрести товары, там, на книжечки, тетрадочки, на все вот это вот. Это есть, да. Есть такая тема. Напишите, а в вашем городе есть такое? Представляю, каково людям, у которых двое и больше маленьких детей. Смотрите, штаны для беременяшек 42,99. Зашла в отдел для беременных, представляете? Так, я ничего не смотрю. Я себе ничего не смотрю сегодня. Я обещала. Ой, ёп, смотрите, какой бодик прикольный. Бодик. И тут еще идет юбочка. Нет, лосины. Широкие. Ну-ка, сколько стоит? 14,99. Такая красота стоит. Посмотрите, что еще увидела. Какая красота. Сколько стоит такая блузочка? 44,99. Классно. И видите, предлагают с такими брюками. Курточка лаковая. Ну-ка, сколько стоит? Цены нету. Няма, хотела сказать. 49,99.
Да, интересно. Интересно, конечно, девки пляшут. Вот это модные штаны тоже. Молодежные такие, много карманов. Крутые. Все, идем на выход. Здесь мы ничего не нашли. Распродаж мало здесь, в этом магазине сегодня. Так, зашли в Зару. Тоже идем мужской отдел сегодня. Посмотрите, какая красотень. 99,95. Значит, в Заре тоже ничего интересного не нашли. То, что нам нужно. Но совсем деткам, конечно, тут выбор есть, смотрите. Смотрите, комплект для девочки. Рубашечка 22,95. Такой тоже, видите, типа в школу, да, предлагают. 22,95 рубашечка. Топик такой, юбочка. Еще предлагается вот такая, видите, рубашечка. И сверху такая вязаная, вязаный топик. 29,95 рубашка стоит на 13-14 лет. Да, тут, конечно, можно деткам что-то найти. Но, опять же, сегодня без скидок. Я обещала, что сегодня только для детей. Рыбки внизу, смотрите, аквариум такой большой. У-ху! Плавают. Еду на второй этаж в Нью-Йоркер. Вот так выглядит вид сверху. И там, значит, у нас вот сразу Лидо на той стороне. С этой стороны, где я, тут идут Нью-Йорки, Макдональдсы, Бургер Кинги и вся эта еда. Также книжный магазин большой. Что у нас тут еще имеется? Нам нужно, видите, эти Adidas, Nike, спортивные магазины. Магазин игрушек. Рюкзаки. Ну-ка. Так, есть подешевле. У меня, как всегда, галопом по Европам. Хорошо, в этом году купили уже рюкзак. Старшему тоже все есть. Поэтому как-то я успокоилась. Хотя предыдущий наш рюкзак был в районе 200 евро стоил. Там было все в комплекте. Вот. Нью-Йоркер. Тут, конечно, сейчас оставим какое-то времечко, проведем здесь. Тоже, видите, здесь уже поприятнее цены. Я смотрю, что джинсы, конечно, проблемно найти нормальные. Все какие-то зауженные, какие-то короткие, какие-то слишком модные. Я не могу найти, чтобы что-то было посвободнее немножко. Или совсем трубы, вот то, что сейчас модно, видите, совсем трубы. Или же вот это. Да, тут тоже, конечно, скидок меньше, чем хотелось бы. Но как есть, как есть. Видите, 29,99 такие вот. С кармашками брюки. Курточки такие дутые, как они назывались, с головы вылетело. Вот, например, черная 50 евро. Такая дутая. Но это уже совсем теплая, нужно что-то... А, нет, куртки у нас вообще есть, эти плащевки. Заинтересовали меня еще кофточки. Но тут уже, видите, баечка внутри 16,99 стоит. Вот такие вот, видите. Несколько цветов. Хаки, черная и беленькая. Так, тут уже пошли спортивки. Спортивные штаны, байки. 16,99. Маечки вообще дешевые. 12,99. Тут целая куча разных таких, видите, 5,99, 6 евро, 7, 9, в общем, цены разные, но жалко, что без скидок. Скидки сейчас на летние платья, на летние вещи. Есть такие трубы, что-то сыну не нравится. Не нравится? Повернись задом, посмотреть, как они. Ой, они какие-то очень широкие, но прикольные, не знаю, подумай, может, тебе такие понравятся. Женщинам побольше, видите, летнее платье все на распродаже по 9-10 евро. Видите, какое леопардовое, вот такие всякие. 15 евро черное,
А дальше, смотрите, 9, вон цены наверху, 14. Все это на скидках. Думала, красивая какая расцветка цветочек, но тут совсем голая какое-то, голая-голая. Рубашки, смотрю, видите, по 9,99 вот эти вот. И это обычная цена, без скидок, 9,99. Вот. Видите как, но эти уже подороже, 16,99. Здесь у нас тоже синенькая с коротким рукавом, 9,99. Видите, как модно. Видите, тут на плакатах хорошо видно, что какие сейчас модные, да, зауженные, такие всякие разные. Или совсем трубы, или вот такие вот зауженные. Смотрите, Максим в мужском отделе себе куртку нашел. Ну-ка, пройди вперед, Максим. Смотрите, S-ка, наверное, или XS. Смотрите, на него налезла. Небольшевато тебе будет чуть-чуть, нет? Ну-ка, расстегни, покажи. Представляете, как в мужском отделе. Так, стоит 29,99 и размер. Размер XS. Такая вся плотненькая. Попка закрыта, спинка закрыта, все хорошо. Ну как тебе? Нормально. Максим решил себе померить очки. В школу пойдешь в них? Таких в школу не ходит, Максим, а другие, ну, немножко. Ладно, давай, купим. Эти стоят 4,99 сейчас на акции. Конечно, я испытываю некий стресс, то, что сама не могу поковыряться здесь. Вот, например, штанцы по 15 евро в спортивке. Но я обещала, да, Максим? Идем дальше. Да. Такие есть, 3,99. Есть еще вот такие, как терминатор прям в них. Не, снимай. Нет. Так, есть вот такие. Симпатичные, кстати, но, наверное, нет. Вот такие еще есть, с сердечками. Так, значит, зашли в Европа Сапове. До этого были в Энескинге. Здесь как бы цены поприятнее, но обувь не найти. В общем, проблема у нас какая-то образовалась. Вроде как много всего, а что-то поинтереснее ничего не найти. Ну-ка. Приехала уже домой и хочу немножко добавить по поводу Европа Саповой, по поводу Энескинг, вот эти вот магазины обувные. Хочу сказать, что там всегда есть дешевая обувь, то есть очень хорошие скидки. Даже вплоть до того, что там были кроссовочки, стоили 50 евро, минус 50%, ну вообще ляпота. Но никогда ничего не подходит, я не знаю почему. Мы также и с подругами ездили в Ориго специально в эти обувные магазины. Вот прям очень много всего, вот мере не хочу, вот прям глазами все бы взяла на глаз, да? А когда примеряешь, обязательно что-то не так. Вот обязательно что-то некомфортно. Будь то сапоги, будь то шлепки, вот очень часто такое бывает. И очень редко, когда получается найти то, что надо. Я не знаю, почему так. Вот обуви прям, ну, миллион. Столько и такая, и такая. Так же самое сегодня с детьми. Обуви вроде как много, да, и цены заманчивые, минус 50%, да. А вот что-то вообще ничего, сколько перемерили, ничего не подошло. Вот как так получается? В общем, по этим магазинам сегодня не мой день. В плане мальчишкам ничего найти не могу. Не знаю, все или дорого, или что-то не то, не знаю. Вот 27 евро джинсики. Но нам джинсы не нужны, мы уже купили одни. Смотрим просто кроссовки, цены. Ну вот 80 евро. Шлепочки. Вот эти сколько стоят? 90 евро. 92. Разные есть цены. Так, пока мы ходили, начался дождик. И поедем дальше. Это был первый магазин спицы. В принципе, купили пару маек, джинсы, мешочек для спорта. В общем, по мелочи. Едем дальше. Смотрите, какая красота. Какое бутонище. Так, мы приехали в Олимпио.
старший сын хочет медвежонка нет. такого, 16,75 всего лишь. Вот такие вот красавцы здесь. Зашли в Спортдирект, вот смотрите, вполне такие адекватные уже цены, 30 евро, 50, детская обувь. Да, неплохо, мы походили по магазинам, 500 евро как с куста, а еще за канцелярией не сходили. Не получилось все снимать, потому что все бегом-бегом. Больше всего магазин по чеку мне понравился Пепка. Вроде много всякой мелочевки и всего там 40 с копейками евро. Это самый маленький счет на сегодня. Вот, но осталось, говорю, канцелярия и все. Так, приехали в Большой Максимум, потому что здесь сейчас 50% на канцелярию. Не только здесь, во всех Максимах 40%, нет, минус 50, вот, поэтому торопимся быстрее все купить. Так, Макс поехал закупаться. Так, первым делом пришли за ручками, вот видите, минус 50%. Да, тут, конечно, цены приятные. Смотрите, будет 40 центов в тетрадь и минус 50. И так на все. На всю канцелярию. Смотрите, 40% на посуду. Если берешь две штучки, тогда будет 40%. Тут тоже, смотрите, красота какая. Кружечки. Но это не относится на эту. Кружек тоже, смотрите, сколько много. Тоже все на скидках. Только здесь никого, видите, все пошли в отдел канцелярии сегодня. Ложечки. О, у меня Макс кушает с такой вилочки золотой. 2 евро стоят. Ручки, смотрите, какой кайф. Гуашь, краски, цены, да? Альбомы, 2,99, но это уже без скидки, дальше уже скидки не будет. Огромное количество тетрадей, какую только пожелаете. Вот эти, например, 2 евро стоят. Больше на них скидки не будет, потому что уже и так, видите, акция. Так, карандаши, фломастеры. Не так много, в принципе, получилось. Чек. Смотрите, купили немножко канцелярии, это еще не все. Метр. И это еще скидка 50 евро почти получилось, представляете? И примерно на 50 с копейками или на 70 купили. Чувствую, что немножко переборщила с тетрадями, но ничего, на следующие года останется. Все, всем спасибо большое за внимание и всем пока! Всем доброе утро, 23 августа, 6 с копейками утра, я уже иду с палочками. Вот такая у нас красота сегодня с утра. Шикарно. Я сегодня утром увидела шикарную цифру. Первая моя цель достигнута. Я сегодня взвесилась так чисто для себя. Вам обязательно покажу, взвешусь в понедельник. У меня будет взвешивание по понедельникам. Вот. Или по пятницам. Ну, посмотрим. В общем, сейчас я хочу взвеситься в понедельник, потому что сегодня не точный будет результат, так как
вчера у меня было молоко-чай. Вот, поэтому не совсем правильно будет, если я взвешусь сегодня. Все, я пошла. Сейчас пока иду, вижу, как, наверное, тысячи птиц перелетают. Так красиво. Смотрите, все летят и летят. Летят и летят. Вон, все, стаи просто полетели черные. Это очень красиво. Смотрите, мама с малышами. Мама-лебедь. С малышочками. Так, ну что, 5 минут отдыха и обратно. Ребят, мне написали, что нет 10 килограмм до Янтарного берега. Ну, во-первых, я иду по пляжу с препятствиями. Здесь, знаете, неровненькая дорожка. Приходится круги наматывать, да? То к дюнам, то к воде, то к дюнам, то к воде. Это во-первых. Во-вторых, я хожу еще и по Каугуре, еще и по морю дополнительно. Но главная моя цель от Нептуна до Каугуре, до спасалки. Вот. Есть там 10 килограмм, ребят. У меня есть... Все измеряю, все, поверьте на слово. Но я планирую менять маршруты. Завтра уже неделя, как я хожу. Вот, а сейчас 2 минутки релакса. Только посмотрите на эту красоту. Пока я шла, немножко моросил дождик, но это не помеха. Еще раз говорю, будем одеваться, будем утепляться. Но мне прям придает эта энергия. Особенно, когда я вижу результаты, что тело подтягивается где надо, где не надо. Вот. Это мне очень нравится. А то совсем, друзья, заплыла. Некоторые зоны меня просто пугали. Не могла узнать. Сейчас все лучше и лучше с каждым днем.
Все, друзья, на сегодня тренировка закончена. Блин, я такая красная после тренировки. Кошмар. Но зато сейчас такой кайф, когда пройдены эти шаги. У тебя впереди целый день. Вообще супер. Видите, опять почищено все. Не знаю, это сегодняшнее или вчерашнее еще. Но все хорошо. Видите, почистили. Только удивляюсь, что почему-то черное не захватывает. Ладно, все. Я пошла вперед. Значит, сегодня по пути у меня встретилась огромнейшая стая птиц. Потом встретился лебедь с малышами. Вообще шикарно. Немножко моросил дождик, но это нас не останавливает. Это для меня большеват будет. Да, в дальнейшем я еще подключу велосипед. Может, вечерком проедусь. Часик-другой. 100 лет не ездила на велике.